Ну чё, покрасили фордик, выгнали только что с бокса его, сейчас помоем. Так, белый весь, вот и херни во всей полировочной, вот так вот получилось. Попробую сейчас поймать что-либо. Четко, ровно. Привет. Здесь вот арку не стал я красить. Я ее здесь вот мятинка видна вот. Здесь все отполировалось, бампер подкрасился. Так что вот так вот. Все получилось. Закончили с фордом. Начали мыть его, помыли ему мотор от всей этой налет от всего этого начала зимы, конца осени, лета. Эта сторона уже помыта. Все под давлением. Вот он белый такой. Во всей этой хрени белой. Надо это все отмыть. Так. Сегодня мы запускаем нашу любимую Лёхину десятку. Она бедная, несчастная, стоит, мерзнет. Здесь уже ей зеркало сломали, когда выгоняли. Но это ладно, мелочи. Электрик приезжал, все наладил по электричеству. Вот, значит, вот он меня все правда подразобрал, пока лазал. Смотрел тут все. Так, сейчас все выглядит, надо все это опять на место поставить, все это. Так, говорю сразу, это не первый пуск, машина заводится, до этого я ее запускал. Так, вот здесь тоже все разобрано электриком. Так. Пробуем заводить. Тут приборов какой-то, правда, он мне поставил, надо его. Вот. Заглохло, бывает. Вот оно все. Мотор заработал. Каким-то звуком, правда, не очень приятным. Чистый выхлоп. Без масла, без антифриза. Сейчас даже попробую на ней переехать куда-нибудь, если получится. Надо, кстати, проверить заодно. Заодно проверить, как себя ведет коробка. Попробуем поехать. Ура!
Так, что-то у нас тут пошло не так. Что-то газ какой-то. А, это подзаедает тросик. Задняя передача у десятки. Какими-то звуками, но мы едем. Так. Все. Что-то у нас тут задымилось. А, это масло пригорает все. В общем, вот так вот проехали даже. Даже проехали чуть-чуть. Короче, сейчас будем загонять его в бокс. Будем доделывать. Все. Работа продолжается.